Теперь перейдем к более практичным вещам. В данном сегменте мы обсудим два инструмента C++ – указатели и массивы. Указатель – это переменная, которая хранит адрес некоторой ячейки памяти. При этом указатели являются типизированными. То есть они хранят не просто адрес некоторой ячейки памяти, а адрес ячейки памяти, в которой хранится значение конкретного типа. Так, например, если у нас бывают переменные типа int, то есть переменные, хранящие целочисленное значение, также бывают указатели, которые хранят адрес ячейки, в которой хранится значение типа int. Если переменная описывается как просто int, то указатель на такую переменную будет описываться как int звездочка. Звездочка означает указатель. В данном случае определен указатель p и проинициализирован нулевым значением. Нулевое значение — это такое специальное значение, которому не соответствует ни одна ячейка. То есть, если указателю присвоено значение 0, то этот указатель не указывает ни на одну из ячеек. Для работы с указателями существуют два оператора. Это оператор взятия адреса переменной, ampersand, и оператор разыменования, звездочка. Не стоит путать звездочку как оператор и звездочку как модификатор типа. При помощи оператора взятия адреса можно записать в указатель адрес конкретной переменной. В данном случае в указатель p записывается адрес переменной i. Это значит, что указатель p, который до этого никуда не указывал, теперь будет указывать на ячейку, в которой хранится значение переменной i. Следующая строчка использует указатель разыменования. Для того, чтобы по указателю p обратиться к ячейке, на которую он указывает, и записать туда 10. То есть на самом деле мы записываем 10 в ячейку, в которой хранится переменная i. И после выполнения этой строчки в переменной i будет храниться не 3, а 10.